Летняя смена в санатории для диких пациентов. В центре реабилитации животных «Велес» это в Раполово. Первый в этом сезоне заезд. Прибыли ушастый совенок и два медвежонка, которые нуждаются в срочном лечении. Едва живую птицу люди подобрали на кладбище, отбили у ворон. Медвежат привезли из Архангельской области. Говорят, их мать погибла, а голодавшие малыши вышли к людям сами. Их спасли, но, как оказалось, лишь для того, чтобы немного приручить и отправить на притравочную станцию. К счастью, вмешались зоозащитники. Братья медвежата оказались совсем разными. Хоха сильный, а Чоха умный. Они вдвоем, это во-первых, они играются вдвоем, им интереснее. Ну, конечно, могут там подраться даже. Ну так, слегонца, как дети малые. Похожи очень на детей. Очень. Скорее всего, 4-месячных малышей смогут вернуть в природу. В конце лета их отправят в Карелию на острова. А вот шансы остальных постояльцев «Велеса» чуть ниже. Старый медведь Потапыч, видимо, останется в центре навсегда. Для него уже строят вольер. А малышка Жива, раненая корабельным винтом, тоже оказалась слишком ручной. Скорее всего, тюлень захочет остаться с людьми. Хотя и Живу приучают сейчас охотиться самостоятельно.